подземных недрах кипит работа. В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили удачнинские подземщики. На торжественном мероприятии побывали наши коллеги. Шахтер. Сегодня это и достойная заработная плата, социальные гарантии, стабильность. День профессионального праздника громкими аплодисментами встречали на сцене тех, чей общий потомственный шахтерский стаж составил более 100 лет. Хотим поздравить вас с этим праздником еще раз. Без аварийной работы счастья. Ну и чтобы вашим примером у нас воспользовались еще не один десяток работников рудника «Удачного». Чтобы у нас только шла преемственность поколений. Ну и от этого у нас только повышалась гордость этой профессии горняка. С праздником вас и поздравляем. Шахтерский дух – это взаимовыручка, поддержка и, конечно же, желание всегда прийти на помощь. Твердость характера и профессионализм – основное, чем должен обладать человек в этой профессии. В свете того, что у нас высокотехнологичное оборудование, очень дорогое, то, конечно, техническими навыками и... Прежде всего, я говорю, это надежность, чтобы всегда мог поставить крепкое плечо и четко выполнять поставленные задачи. Скажите, пожалуйста, что для вас значит этот праздник, День шахтера? Ну, для меня лично это значит очень многое, потому что я горняк в третьем поколении, мои дети тоже здесь работают. Для горняка, для подземщика, для шахтера это значит почти все. Это наша жизнь. Свой профессиональный праздник удачинские подземщики получали поздравления и слова благодарности от руководства республики, акционерной компании «Алроса», первых лиц района и города. Море цветов, взволнованные и радостные лица. И неважно, горнорабочий, проходчик или маркшейдер, ты шахтер. И главное, благодаря этим мужественным людям в подземных недрах кипит работа.